научить технику эстафетного бега, научить технике передачи эстафетной палочки. Учащийся должен при групповом старте на короткие дистанции бежать по своей дорожке. Во время бега смотреть на свою дорожку. После выполнения беговых упражнений пробегать по инерции 5-15 метров, чтобы бегущий сзади имел возможность закончить упражнение. Возвращаться на старт по крайней дорожке. При старте на дистанции не ставить подножки, не задерживать соперников руками. В беге на длинной дистанции обгонять бегущих с правой стороны. При беге по пересеченной местности выполнять задания по трассе или маршруту, обозначенному учителем. Выполнять разминочный бег по крайней дорожке. Техника передачи эстафетной палочки. Прежде чем приступить к обучению эстафетному бегу, необходимо объяснить обучающимся его основные правила. Эстафетную палочку передают из рук в руки. Каждый участник может бежать только один этап. Эстафетную палочку передают в 20-метровой зоне передач. Участник, уронивший эстафетную палочку, должен сам ее поднять, не мешая остальным участникам. При падении палочки в момент передачи поднять ее должен передающий. Наиболее рациональный способ передачи эстафетной палочки снизу, без перекладывания палочки после приема из одной руки в другую. При приближении к принимающему на расстояние, удобное для передачи, он подает сигнал «Хоп». Принимающий отводит выпрямленную руку назад для приема палочки. При этом кисть у принимающего опущена вниз. Перед тем, как начать урок, мы с вами перейдем в спецбеговые метафизические упражнения. We'll be right back.
способ передачи эстафетной палочки. Сейчас вы посмотрите видеоматериал техники передачи эстафетной палочки. На этом